Всем привет, друзья! Встретил девочку, которая тоже едет на съемки. А показать полностью съемки не могу. Вот декорация у нас. Домосфера. Как тебе декорация? Супер! Супер! Мы еще не дошли. Я был на репетиции. Короче, сейчас девочка будет в шоке. А дальше я снимать не могу, потому что могут прогнать, штрафовать, судить. Короче, мне проблем не надо. Вот так вот краешком декорации показал. Поделился с вами. Поехали работать. Самая лучшая работа в мире. Сюда направо. Это съемки. Это видеоблог. Друзья, мы не можем найти, где все собираются. Все агенты и все остальные. Мы бродим вот по парковке. Это жесть. Так, Вячеслав. Завел, значит, девушку в какое-то подземелье. И теперь ищет, где бы припарковаться. Я слеплю глаза. Не, ну реально, что-то мы найтись не можем. Пошли вы, наверное, туда-обратно. Что-то послушали кого-то, непонятно. И сейчас будет приключение. Кстати, если свет выключить, ну тут очень красиво. Туннель. По-моему, если выключить свет, то получится примерно вот так. Подсветку выключаем. Во. Камера идет. Очень красиво. Вообще, как реклама тачки вышла. Да? Да. Я бы тут кино снимал бы какое-то. Друзья, вы не поверите, мне надо было за квартиру платить. Я пытался закинуть, то, что в кармане получил гонорар за съемку. И представляете, у меня прохватило 200 гривен и не засчитало. Я теперь не знаю, на горячую линию даже позвонить не могу. У меня на счету мобильного нет. Пиздец. Ну да. В общем, картина называется «Дитя на прогулке». То штаны порвал, то панамку в лужу уронил. Бил номер карточки этого айбокса, и меня прохватило, и все. А у меня купюра новая. Ой, друзья, хочу поделиться. Сейчас придет хозяйка, короче, будет что-то по квартире смотреть. Я недоплатил уже, получается, денег. И это меня очень пугает, потому что она... Ну, не того, что я боюсь ее, а того, что она приедет там с мужем, он кипишовал из-за того, что я там выплачиваю частями, выпрашиваю, типа. А у меня, получается, которые были деньги второй месяц, типа, частично, не вся сумма ж. Я потому что у меня синяк как будто на глазе. Я вообще не выспался. Сейчас должна вот-вот пройти. У меня такая паника, я не знаю. Блин, ну вот зачем чуть что вот сразу паниковать? Прям вот сразу паника. Нужно канал переименовывать. Вячеслав Паника. Я уже поубирал, я не знаю еще что поубирать. Кстати, вот картина моя висит. Портрет со съемок. Борода растет. Надеюсь, вырастет. Стало заметнее, что у меня зубов нет. Борода хоть скрывала. Я, короче, в панике того, что, блин, денег нет, я не знаю, что делать. И оплачивать надо через 2-3 дня. Ну вот снова паника. Да. Я, блин, я просто в тупике от таком. Работу искал, подработку там... Ну, только единственный вариант это сниматься. Там будут числа, которые должен быть задействован наш с первых чисел. Проект Netflix, который снимается в Киеве, пока не ответили. Я, короче, такой в коматозе, панике. Слав, я тебя прошу, не паникуй. Это снимаю видео и... Как говорится, поделиться хочется. Не знаю, чем закончится.
А еще в хате тянет это куревом. Наверное, потому что этот. Ну, кто-то курит. Короче, я такой в шоке. Я надеюсь, она вообще не подписана на мой YouTube канал. Потому что я знаю многие пацаны, которые снимают жилье и блогеры, они еще. Они вот этим страдают от того, что у них узнают хозяева, что они блогеры. И параллельно. И выходит совсем дурная история. Что, блин, делать, я не знаю. Я не доплатил, у меня денег нет. Сейчас звонить кому-то, кричать тоже нет смысла. Ну, типа, а-ля для отмазки хотя бы 1000, 2, 3 надо. Ну, не того, что отмазки, но вы поняли, да? Хотя бы какую-то дать сумму. Я сейчас вот это на взводе. Так, ребят, хочу сделать маленькую вставочку. Возможно, вам кажется, что я достаю славу с этой своей коронной фразой «не паникуй», но я хочу донести всего лишь одну мысль. Я понимаю, что нам время от времени нелегко справиться со своими эмоциями, но я считаю, что, по крайней мере, это нужно стараться делать, и вместо того, чтобы направлять все внимание и энергию на панику, можно все свои усилия направлять в другое русло. Потому что паниковать — это, ну, крайне непродуктивно. Не знаю. Это жесть какая-то. Но, как вы понимаете, получается доносить у меня эту мысль с переменным успехом. Ладно, не буду ныть. Расскажу, как обойдется или не обойдется. Посмотрим. Бог, где наши деньги? Господин Смирнов, вы подтверждаете, что из банков были украдены миллионы, на которые вы своей дочурке покупаете крутой флет во Франции? Ой, это вы, дочурка? Тут диалог. И получается... Собираетесь свалить? Короче, я забыл. Сначала я было решил, что Слава по-тихому вернуться в журналистику. И это какой-то момент из его расследований. Но... Короче, ладно. Друзья, это не бред, это просто вы услышали, что я иду сам себе текст наговариваю, репетицию. А сейчас иду на съемку, у меня съемка будет. Это другой текст, который мне надо будет потом выучить. Не потом, а уже выучить. Подготовить и отправить. Раз. Да нету там меня все равно еще. Кого нет? Короче, у меня чувак отлег и что-то помахал, я уже не знаю. Хотел рассказать того, что я готовлю себя к съемке, к роли, пытаясь выбить там роль. Но окончательно, наверное, еще раз подтвердят или уже подтвердили. А сейчас я иду на съемку, вот, ну, на Святошина будем сниматься. И тоже какой-то... А, сериал «Пес». Вот сейчас я иду на сериал «Пес». Второй сезон. Я тут не был. Пойду посмотрю. Короче, ладно. Продолжение следует. Кто узнает эту тачку, короче, мы снимаем сериал «Пес». Вот такая вот вся локация, которую я могу показать. Походу, люди узнают. Фоткаются. О, друзья, короче, можно поделиться тем, что закончили мы съемку. Пришел я на 7, а закончили мы в 10. Теперь можно идти домой. О, мне подъехать на автобус. Блин, у нас что какой-то начался. Фу, я
решил зайти до магазина, хоть хлеба взять, какого-то бутерброда на 1,50 гривен, потому что деньги надо собирать, за комнату платить. И решил пройтись, я в шоке, просто ураган какой-то. Сейчас успокоилась. Ну тучи очень, не знаю, тут свет так падает. И тут я заметил, что у Славы преобладают два доминирующих состояния. Это паника, которая иногда сменяется шоком. Но, как по мне, так лучше бодрящий шок, чем выбивающая из колеи паника. Очень сильно. Там где-то громыхает, уже капает. Я надеюсь, к дому я успею. Фу. Что-то выключилось. Может, я нажал? Короче, я думал этот. Друзья, быстро включу видео на всякий случай. А вдруг меня сейчас ураган подымет ветром, и я полечу. О, пошел дождь, пошел. Видите? Блин, меня так ухрохает телефон. Не. Короче, ладно, пошел хлеба возьму. А то счастье не привалит, еще долбанет током. Ребят, ну вы знаете, несмотря ни на что, Слава остается веселым и позитивным парнем. Это, черт возьми, здорово. Смотрите. Сейчас град пойдет, точно. Короче, друзья, я пришел домой, дождь прошел. У меня, кстати, абрикосы подцвели уже. Там можно компоты варить. Это у меня бардак в шкафу. Прикроем, не позориться своими труселями. Что я хотел рассказать? Ну, короче, у меня такая ситуация, что хозяйка ждет оплаты. Я вторые сутки волнуюсь, переживаю, там вопрос этот решить. И получается, сейчас марафон идет по съемкам. Снимаются всякие сериалы, клипы, рекламы. Там, ну, вот так вот шлейф. Я везде пытаюсь заявки подать. Я вам говорил, что в описании можно найти кинокастинг, группу. Кстати, ребят, насчет ссылок в описании. Обнаружилось то, что не все там ссылки кликабельные. Но мы обещаем, что мы найдем, в чем там косяк. То есть повставляем туда рабочие ссылки, чтобы вам не приходилось вручную это все переписывать, если даже у вас что-то вызвало интерес, да, чей-то профиль или какая-то группа. Поэтому в ближайшем будущем все ссылочки сделаем рабочими, все исправим. И там агенты пишут. И вы можете тоже поучаствовать. Потому что вот сейчас я не байкер, например. Может, кто-то из вас байкер. И поучаствовать присяду. Лицезреть можно. Меня с бородой и без. Повесил картину, кстати. Может, я уже рассказывал. Переключусь на то, что там есть заявки байкеры, не байкеры, кто с мопедом. Ну, даже на скутере, мне кажется, можно подать. Есть 17 тысяч, есть 15 тысяч, есть 5 тысяч, ну, такие гонорары, да, я в цифрах озвучиваю, чтобы приблизительно вы понимали. Ну и плюс 17% агентских, если агент вас пригласит, не продакшн, а агент, и тогда вы участвуете и можете хорошо заработать. Я подал на роль одну, вторую. А Алексей подъедет, надеюсь, ну, он на работе еще, а я уже освободился, я уже говорил. Я ночью не спал, я пытаюсь сейчас не спать, потому что марафон идет. Подать заявку как актер, участвовать в съемках. Я подаю, но без бороды. Я провтыкал такие вот просто... Ну, чтобы не соврать, 20 тысяч предлагали с бородой. Вот такой вот должен был я участвовать. 20 тысяч предлагали там роль какая-то. А потом говорит, чувак, у тебя же бороды нет. Я такой хотел увильнуть. Ну, типа, может, гримеры, типа, повесят бороду. Но они не вешают. Типа, эффективнее им сэкономить, может, на бороде, не знаю. Ну,
фотки старые отправлял, но там отправляется видеовизитка, либо шоу-рил. И что-то еще, я, может, упустил что-то. Видеовизитка, ну, репетиция сценария. Ну, я показывал вам в предыдущем блоге, как происходит. Ну, отправляется сценарий, и ты учишь его, и ты рассказываешь. Конечно, мне попадался сценарий на украинском, и получается, ну, можно рассказать, я, в принципе, его узнаю позже. Сценарий попадался на украинском, я вот это репетировал за щеки, вложил. Я вот не знаю, я в блоге вставлял или не вставлял. Потому что мы снимали на его телефон большинство. И он снимал в тайне, выручал. И получается, на украинском мне как-то сложнее. Оно не идет. Если вспомнить некоторых наших политиков, то не у всех хорошо получалось на украинском. Но ничего страшного. Вот хоть я и понимаю, что я в Украине живу, должен как-то знать, но мне проще на русском как-то текст учить. Восприятие, наверное, потому что русскоговорящий я. Хотя я пытался говорить по-украински, когда эйфория была у нас. Сейчас опять вот этот политический язык там цепляется. Ну, то не о политике. Вы знаете, я просто вот хотел подать на роли именно русскоязычные. Ну, мне попались, я вот вкратце могу сказать, что будет происходить, если я попадаю. Я должен выполнить каскадерский трюк, и меня сбивает машина по сценарию. Ну и там сначала диалог идет, сцены сериала, по-моему, сериал это или фильм, нет, сериал. И меня сбивает машина, должна сбивать машина, но я не знаю. И, кстати, было бы прикольно поучаствовать, потому что по сюжету этого сериала или фильма. Я просто уже в коматозе могу тупить. Кстати, коматоз тоже одно из частых явлений, но мы над этим работаем. Потому что я не спал ночь. Чтоб вы не думали. По сюжету, типа, я блогер. Я и есть блогер. И плюс параллельно по сценарию. Также было, кто следит за Инстаграмом... А, подождите, вы же не можете следить, потому что... Ну, был инцидент, я полностью поудалял, кто там подписан был. Почему? Потому что там я снимаю прямые трансляции, снимал, да? И я не видел активность никакую. Я начитался в Ютубе, там, начитался, что типа в черный какой-то список, там. Я решил посмотреть, кто подписан. Мне показалось, что там мертвые вообще аккаунты, и я взял... Поудалял и поудалял, на кого я был подписан. Если вы хотите, кто может быть подписан был на мой инстаграм, можете приходить подписываться. Я просто думал, что я зачищу вот эти, знаете, спамы какие-то приходят, тебя отмечают. Я думаю, может, такие подписались и портят типа инстаграм. Ну, столько лет работая, даже не работая, а просто выкладывая про себя информацию, фотки, что-то, сторисы. И тебя смотрит человек 100 сторисов. А вот прямой эфир что-то не смотрит. Вот я не знаю, бред какой-то. Я решил перезагрузку сделать Инстаграма. Короче, вот решил поделиться, потому что... Ну вот какие-то обстоятельства, наверное... Я рассказываю, что происходит. Как-то тупо я держу. Ну, зато плакат видно. Я балдею. Я не знаю, я говорил, что осенью выйдет шоу-программа. Участвовал минуты две, наверное, прошло. Это диалог, там, сцена. Плакат отдали. Я говорю с товарищем, плакат можно забрать? А он побежал... Мы, короче, забрали. Я просто делюсь о том, что в голове, в туманной, но... Ну все, в голове туманной определенно залетает сборник золотых цитат.
Сейчас, знаете, я понимаю, что у меня проблема вырваться вот с этого момента, вырваться по поводу оплаты квартиры. Почему вырваться надо, поставить быстро решение? Потому что если я сейчас заплачу, да, как-то заплачу эти деньги, которые нужны, то я могу автоматически за целый месяц собрать, не буксовать как должен, да, а собрать уже следующий месяц, самостоятельно платить. Ну, в принципе, этот месяц тоже я самостоятельно платил. Я ж и телефон приобрел, и бороду продал, вот это все. Можно большинство сказать, что и подписчики помогли, да. И можно сказать, что я самостоятельно это все делаю. Можно сказать, даже 80% я сделал сам. Так, ну если серьезно, то, Слав, ты, конечно, большой молодец, что потихонечку выравниваешься. Вот, не хочу тебе сейчас читать лекции, хотя я иногда очень люблю это делать. Ладно, окей, ну вообще, на самом деле, я стараюсь не быть занудой, говорить только по делу. И хотел бы сказать единственную мысль пока что, в данный момент, это то, что как можно больше направляю усилия на конструктив и как можно меньше на деструктив. То есть хватит этой бесконечной паники, потому что она уже по большому счету стала мемом в нашем с тобой общении. Вот, давай. А сейчас я поставил цель, ну, хочу, да, ну, это закрыть вопрос с оплатой. А уже осталось где-то двое суток или сутки. Ну, короче, сегодня хозяйка была и, ну, как говорится, может, скрипя, а может, не скрипя, но немного входит положение, слава богу, как-то, ну, без агрессии, без конфликта. Все-таки немножечко скрипя, но нужно дать ей должное, что хозяйка квартиры действительно входит в положение. Реально, спасибо. Может, не было времени, потому что у нас вопрос по газу, там, сантехники надо решить, что-то там капает. Ой, короче, я надеюсь, все получится. Короче, там маячит мне телеграм. Я, наверное, прекращу. А как что-то появится, интересные события, я продолжу дальше. Как говорю, я всегда поехали дальше. Бог будет большой. Короче, доброе утро, как говорится, друзья. Я проснулся. Алексей еще передачу меня разбудил. Знаете, чем я занимаюсь? Тут у меня что-то плохо видно. Я абрикосы обрываю. Они ночью падают, и я решил собрать тарелку абрикосов. Вообще зачет. Дерево прям в окно не подрастет. Я подумал пообрывать их. Некоторые, что более подходят. Опа, чуть не потерял. Пообрывать и этот. Можно компот сварить. Помыть. Пусть постоят еще, как говорится, в этом режиме. На солнышке на кухне постоят. Видите, тарелочку уже нарвал. И не надо покупать в магазине. О, блин. Сейчас приведу камеру, покажу вам. Да, вот дерево, он прям в окно лезет. Там они попадали, походу. Ого! Ого! У меня весь двор в этого, в абрикосах. Не знаю, я не дурачок, но буду дурачком, если не пойти туда, их не пособирать. Помыть и сварить компот. И можно заморозить на зиму. Я так понял, что это ранняя какая-то абрикоса. Мне просто все время казалось, что их собирают в августе. Нет. Решил сейчас собрать.
Ну, свежая прям. Мягкая. Походу, пора уже собирать было. Ага. Опача. Кто-то петляет и падает. Ну а пока там кто-то петляет и падает, хочу сказать, что абрикосы действительно шикарные. У меня такого еще ни разу не было, чтобы на такой высоте фруктовое дерево прям буквально тянуло к тебе навстречу ветви с плодами. То есть я могу выйти на балкон в любой момент и поесть абрикос. Классно. Ну, некоторые какие-то замацанные. Да, все дерево посыпались абрикосы. Я обалдею. Короче, стоит сходить и этот. А мне сейчас на работу идти. Стоит, получается, эти абрикосы пособирать. Я так и не пойму, Алексей спит или не спит? Или ушел? Алексей, ты дома? Да что ж ты так кричишь? Не спит Алексей, не спит. Он уже умчался с самого утра по делам. Молчит. Ладно, короче, буду собираться. Я абрикосы подоставал. С авто. Абрикосы с АТО? Абрикосы с авто? Что? Так, ладно. Поехали на работу. Короче, друзья, я приехал на съемку. И где-то на Печерске, в холмах. Я даже этот центр не знаю. Я спрошу тут соседа. Риджин Хилл называется. Банкетный комплекс. Банкеты, короче. Какая-то непонятная, ты хотел сказать, да? Кто крутой, тот может сюда прийти. Сделать себе крутую свадьбу. Да? Конечно. На высшем уровне. Кстати, это не реклама, это просто я на съемке. Мы снимаем сериал. По-моему, Сидоренко называется. Я забыл просто. Короче, быстро снимаю, друзья. Тихоря. Вот холл у нас. Там камера, а я фотограф. Вот. Хожу, снимаю, достаю всех. Элиту. Короче, трэш такой. А я не знаю, что ты там делаешь с фотоаппаратом. Я достаю вот эту микрофлешку. Я снимал на съемках как фотограф. И сейчас вставлю ее. Должна попасть сюда. Есть. О, круто. Я сейчас всю информацию просто соберу. Вот так вот давайте. Вот аппарат в чужие руки. Да. Круто. Режиссер. Все в руки. Скажи, что мы балдеем. Отдыхаем прямо. Отдыхаем. От души, да, к душе. Вот такая съемка. Да. И всегда было бы приятно. Ну, ладно. Не будем спойлерить сериал. Да, да. Что, Слава, работаешь?
поставили меня. Кстати, тебя тоже так надо поставить. Мы давно могли уехать в столицу, но мы здесь, потому что мы очень любим наш город. До речі, у всіх є можливість поспілкуватися з переможцем ще до оголошення. Они так и делают. Ну так вот, что мы... Ну тут, видимо, Слава забыл, что нужно не только держаться за камеру, но и делать вид, что снимаешь. Ну то такое. Вот такой холл, тут концертный. Хочешь в Бог попасть? Ну давай, скажи. Привет! Что-то... Все? А сказать нет, что-то? А что сказать? А, я расскажу. Он рассказывал такую историю, что 2 месяца назад, и он так случилось, попал в кино. Вот, да, ребята, может вас душа тянет? Верьте в чудеса, у вас все получится, реально, ребят. И все? Вот еще один человек, который уже снимается снимали. В кино. Не, это блог. Я знаю, блог. Мы еще разговаривали, да. Сами хороший человек. В Ютубе сами первые. Ты че, братан? Ну. Я тебе говорю. Классный, реально смотрите его канал. Блин, а я же на тебя подписан, если бы ты телевизор. Так а что? Что, еще поснимать? Ну да, поснимаем. Ты поучаствуешь? Да, давай поучаствую, конечно. А что ты бы рассказала во влоге? Да. А давай я расскажу, что у меня сегодня офигенный эмоциональный день, а я сегодня познакомилась с очень многими. У меня вообще язык подвешен. И там, где надо. Я пока не снимай, пожалуйста. Ну все, все уже набора. Раньше. Давай со второго дубля. Со второго дубля? Ну давайте-ка, девушка, расскажите нам со второго дубля. С какими это молодыми вы там познакомились? Давай, долго, говори не, что-нибудь быстрее, потому что это выйдет роль. Ты то удалил? Нет. Ты уже снимаешь? Снимаем. Зачем? Всем привет. Сегодня невероятно крутой эмоциональный день. Мы сегодня снимаем кино в Сидоренке, в Риджент Хилл. Сегодня познакомились с очень-очень многими крутыми актерами. Много новых знакомств. С тобой мы сегодня познакомились, кстати. Очень приятно. Спасибо. Я сейчас в своем влоге. Поэтому я очень рада, очень счастлива. Подписывайтесь на этот канал. Обязательно ссылочка, я думаю, будет внизу. Правда? Да. Кстати, а если люди хотят поучаствовать, ссылка в описании будет телеграм-канал, в котором можно поучаствовать, найти роль свою. Спасибо тебе сегодня за фото. Кстати, у тебя сегодня крутая роль. Мне очень-очень все понравилось. Ну что, друзья, и новые подписчики. Просто на съемках рассказывал про себя. Спасибо, друзья, кто на съемках подписался на меня. И этот... Иду, друзья, пешком со съемок. Снимался я в сериале «Сидоренко». Ну, как сказать, позитивно. Что я могу добавить? Сейчас 3 часа ночи. Ой, я в темноте снимаю, я уже туплю, потому что спать хочу. Ну, не так сильно, но я другими мыслями питаюсь. Типа, марафонить хочу, чтобы оплачивать жилье. Я пиджак взял с собой, но я уже похудал, как дурачок хожу. Это Google карту Maps я включил. Потому что я на Печерске, я не могу понять. А, тут частные сектора. И тихо разговариваю. Так, я хоть правильно вообще выхожу. То может мне поворачивать надо было. Так, так, так. Короче, ладно, друзья, продолжим потом. Но вы поняли, что я иду домой отдыхать. Закончил работать аж до 3 ночи. Все уже сонные там. Все, поехали дальше. Да, как обычно, я не спал. Уже рассвело. Так получилось пальцем. Как шторка. Короче, не спал я всю ночь.
как дурачок. Если вы спите, а может не спите. Нет, куда вы будете спать, когда... Вот так вот я лежу в кровати. Бывает хожу, бывает не хожу. Далее, по идее, будет очень длинный монолог. И я, пожалуй, не буду вмешиваться. Съемки были хорошо, но оказалось все плохо. Я после этого не могу теперь спать. Сутки прошли. Я столько решений пытался сделать, что-то вообще впустую все. Никто не отвечает. Обещают. Короче, выходят друзья, что снимают клипы. Тина Кароль снимает клипы. Короче, не буду баловаться. Снимает Тина клип. И там какая-то эйфория. Извиняюсь. Все зевают. И получается, чтобы не соврать, по-моему, групповка, чтобы в клипе поучаствовать. Я не понимаю, или кто-то себе карман уложит, или реально она сбеднела. Это Тина Кароль. 500 гривен за групповку. Я, честно говоря, ну, от такого клипа в шоке, в принципе. Но пофиг, можно было бы поучаствовать. Я думаю, что там не один клип снимает, может, несколько каких-то клипов снимает. Потом рекламы, короче, были объявления от 5000. Я про съемки рассказываю. То я так что-то тупанул и думаю, поймут, не поймут. Да, честно говоря, я просто в шоке. Если съемки не попасть, то будет херово. Я так не разобрался с квартирой. Получается, я, ну, то ли снимал, то ли не снимал. У меня уже каша в голове, что я снимаю, что не снимаю. Поделюсь таким сейчас, наверное, напоминание. Короче, я пошел, заработал, да? И получается, я то, что должен доплатить за комнату. А, я, наверное, в Instagram Stories жаловался. Я пошел, купил себе продукты. А еще купил продукты, которые этот... Получается, борщ сварить. Мне вот это... Сидел, думаю, сварю борща. Я купил вот самое дешевое, типа, продукты. Но там единственный минус. Не было заправки. У меня есть вот это все, типа, томат, паста. Но я просто не люблю зажарку делать. Буряк, как обычно, есть. Ну, буряк буряком. Но для зажарки еще добавляется томат. Вообще, если борщ делать, то это надо максимум 1000 гривен, наверное. Ну, образно говорю. Потому что настоящий борщ, он должен с настоящих продуктов быть. Не только с буряка, с хорошего мяса. Я взял куриные шейки. Куриные шейки, чтобы борщ сварить. Он такой будет. Чисто скромно наваристый. Куриные шейки больше полезны у кого проблемы, по-моему, с желудком или не желудком. Короче, я сейчас, мне кажется, усну, а потом проснусь и будем двигаться дальше.
Ну, уже 7:00 утра, прикиньте. Я не спал. Ой, короче, бредовая ситуация. Или наоборот, подождать, когда этот, пару часов. Просто сейчас 7:00, я знаю, в телеграмах будет кипиш у кого-то по съемкам. Можно попасть, кто там не пришел, старый способ, старинный. То может кто-то напишет в телеграме, и я попаду на подработку. Пофиг, что не спал. Ну, главное доехать спокойно, не провтыкать, как говорится, телефон. Все будет хорошо. И поучаствовать. Ну, подожду. Наверное, я сейчас включу сериал какой-то. И подожду, если не вырубит меня. Потому что каша в голове. Я вчера сутки искал. Днем искал предыдущую ночь, когда я снимался. Ну, поглядывал. И тоже ждешь ответа, ждешь. И не знаешь, ответят, нет. И, ну и подать заявку там, типа, участие в съемках, в роли или в массовке, пофиг где. Главное, чтобы деньги платили. А остальное все пофиг. Ну, конечно, в хорошем смысле. У меня еще дурная ситуация. Я так по секрету всему свету, наверное, скажу. Мне закончился шампунь. Надо купить шампунь. Какой-то приятный запах, чтобы был. Парфюмы какие-то. И надо этот что-то с одеждой решать. Блин, просто вот это... Я смотрел статистику. Получается, я месяц как в дурацком отпуске был. И получается, съемки были, а я провтыкал много проектов. Видите, ради телефона я продал бороду. Как мне пишут в Инстаграме. О, чувак, зачем ты продал бороду? Типа, надо было заплатить за квартиру. Ну, я ж часть денег внес за квартиру, часть, да, купил телефон. Ну, это равносильно сказать человеку. Слушай, ну, у тебя украли кроссовки? Украли. Ходи босиком, пофиг, что у тебя зима. Надо лучше заплатить за квартиру. А ты такой без обуви ходишь. Или без штанов. На работу пытаешься устроиться. А тебе говорят, чувак, либо штаны одевай, либо кроссовки. Приди как человек. Вот и телефон мне нужен. Из-за этого. Ладно, короче, друзья, расскажу что-то новое. Поговоришь. Когда будут события. А я пока подожду. Этого парня зовут Алексей. Да, ты, короче, козлина. Я тебя не показываю. Далее следует моя пламенная речь на тему того, что не нужно отвлекать человека, когда он делает подход. Я тут весь настроился на подход, иду, блин, на рекорд, там концентрация зашкаливает, считаю туда-сюда. И тут сзади включается камера. Здравствуйте, добрый вечер, этого человека зовут Алексей. Ну, блин, ну кто так делает? Ну, блин. Ой, друзья, далее будет небольшая спонтанная социалочка, как всегда в экзотической манере, поэтому слушаем внимательно, проникаемся, поддерживаем. Короче, Алексей включил камеру, телефон. И, вернее, он заметил первый, потому что я из-за съемок отсутствовал, друзья. Мы, может, снимали, вы смотрели прошлые блоги,
Но если вы посмотрите на эту площадку, где мы занимаемся, то вы ночью ничего не увидите, потому что здесь ночью ничего не видно. И здесь ничего не видно. Как это так? Турник есть. Песочница есть. Или была. И тут были, типа, мы вместо брусьев, правильно я говорю? Да. Вместо брусьев могли чуть-чуть позаниматься. Особенно я, Алексей, говорю, делаю там захваты туда-сюда. И их тоже нема. Но, честно говоря, это не моя провокация. Это кто-то совсем не хочет, чтобы мы занимались это спортом. Это беспредел. И не понимаю, ну да, старое говно, ну, прежде чем сносить, поставьте что-то новое. Я не знаю, но мы до Европы будем идти по полной жопе. В Европе хотя бы что-то старое хранят, а потом строят что-то новое. Печально, конечно, друзья. Детям вообще негде заниматься. Мы уже миллион раз это говорили, обсуждали, мы в шоке просто. Повырезали, прикол в том, что... И пиляли же когда-то ночью или рано утром, но распиляли все. Вот даже. А ну-ка, Шерлок, давай. Вот. Покажи, покажи им все. Не, ну просто. Я к чему это мы снимаем, да? Мы просто хотим сказать одно. Приглядывайте за своим двором, где вы только бы не жили. И старайтесь помочь своему двору. Не срать там, где вы живете, а помочь. Может, у вас есть какие-то деньги, да? А купить детскую какую-то площадку, даже песочницу. Я в интернете гуглил, я когда-то, ну, хотел купить своему сыну возле дома и другим детям детскую площадку. Но в том месте, где он живет, там не надо, там город как вообще в Европе живет. Ну, когда-то там было ужасно, это в Киеве, но я не буду говорить где, но все многие знают, что там район обустроил депутаты, тоже не политика, да, обустроил просто очень шикарно. И тут люди, если у вас есть возможность, просто потратьте каких-то 2000, обсудите, сделайте свой двор приличным. Ну, это понимаю я, что я живу здесь, но я квартиру снимаю. Может, будет напутствие поделиться там родителям и так далее. Но это такое, знаете, печально не того, что мне, дядьке, взрослому прийти спортом заниматься, а просто детям не остается вообще детских площадок. И это все, все снесли, все, ну да, может быть, алкаши продали, это жесть. Короче, может, я и нагрузил, и рассказал что-то, кому-то не понравится, но я скажу свое мнение. Если во дворе у вас будет уют, тогда будет везде уют. Если будет уют у вас во дворе, значит, будет и здесь в голове. Если будет уют как во дворе, как вы идете в парк, не кинете лишний раз бумажку. Я не нравоучение, просто ну, это печально, я не знаю. С каких это люди годов, или алкаши, бомжи, бездомные. Ну, вряд ли бездомные так вырвали с мясом. Тут реально кто-то постарался, чтобы пообрезать. Целая спецоперация. А может, просто люди голодные. Так что... Думаешь, съели? Печально все. Ну, были бы у меня, честно, хоть еще миллион какой-то, да, я бы помог даже людям, построил... За неделю будет детскую площадку. Да за 3 дня тут приехали. Так, хорош трендить, давай на перекладину. Ладно. Пошу. Мое время пришло просто заниматься. Последний кусок рубежа. И так по чуть-чуть надо делать, чтобы физически восстановиться. Поехали дальше. С вами был Вячеслав Тихонский и Алексей. И Алексей, который из-за своего врожденного или приобретенного перфекционизма частенько бывает крайне не согласен с манерой и формой выражения и подачи творческих идей, если вкратце. Но тем не менее,
продолжает терпеливо участвовать во всех авантюрах. Ну да, как-то так. Нам сейчас скоро нужно ехать на съемки, а тут как раз дождик. Будем надеяться, что скоро кончится. Рота, подъем! Да, я встаю. Солдат, не спать. А ты что, так рано встал? Так рано? Нам через час-полтора нужно будет уже выдвигаться. Блин, нам на работу идти. Видел, что на улице? Блин, прикинь, дождь. Я в курсе уже. Спать лягу обратно? Да, как-то на халяву кто-то денег даст, и я спать лягу. Можно, ложись. Ага. Потом сразу с чемоданами. С чемоданами на выпи, да? Все, я сейчас в душе, это... Выпить йогурт. Выпить? Ну, йогурт. Какого ты собрался выпить йогурт? Свой йогурт, не твой. Я понял. Ты уже готов? Нет, я сам только проснулся. Вот, блин, ты шустрый, ты так хитро снимаешь, что я запереживал. Короче, давай собираться. Мы едем вместе на работу, друзья. Да, кстати, ребят, у нас так совпало. Вчера, получается, отправили заявки. Я и Слава, наверное, Слава не скинул объявление. Говорит, отправляй заявку. Ну, я посмотрю, в принципе, по типажу подхожу, отправляю. Мне утвердили, я Славе пишу, мне утвердили, он говорит, мне тоже утвердили, я даже, он говорит, да. Поэтому сегодня первый раз едем сниматься в одном и том же проекте. А там на проекте мы покажем, как выглядит проект. Бе-бе-бе, хочется добавить. Я видел уже TikTok, что маньяки. Вот это casual. О, у нас ярмарки бывают. Что тут? Пошли уже просто зайдем и будем узнавать. Все расходы уже там будут. Стоп, надо маску одеть, подожди. Надеть. Да. Стоп, снято. Здесь
пока больше печеньку нашел сладкое. Режиссер, подходите. Обалдеть. У нас реально сегодня такая погода. И радуга вся круглая, круглая, друзья. Полная круглая радуга. Надеюсь, вам понравилось это видео, как и радуга. Спасибо за просмотр и очень позитивный конец.